Здравствуйте, друзья! У нас расклад на июнь для представителей знака зодиака Рыбы. Давайте посмотрим энергетику месяца для вас. Энергетику месяца июня для представителей знака зодиака Рыбы. На Кипере мы посмотрим сюрприз или неожиданность для вас. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если вы не подписаны. Делитесь моими видео. Давайте помогать друг другу развиваться. Хорошо, Рыбы, июнь месяц. Рыбы, июнь месяц. Так, с какой энергией вы входите в июнь из мая? Что у вас будет происходить первой декады июня? Вторая декада. Третья декада. И с чем вы выйдете из июня в июль? С какой энергией? Хорошо, давайте смотреть. Первая карта – это энергия, с чем вы входите. Здесь у вас ложится семерка силы. Карта называется «Баланс». Ну, это баланс, равновесие. И она у вас перевернутая. В прямом положении здесь стоят весы и лежат какие-то документы. Вот карта говорит, что вы входите с энергией того, что, возможно, вы ощущаете дисбаланс. А может быть, вы запутались в каких-то сложных ситуациях, которые заставили вас потерять ясность и даже энергию. Это могли быть напряженные юридические вопросы или ситуация, которая казалась вам несправедливой, или она тянулась очень долго. Но карта говорит, вам необходимо быть активным, чтобы вот именно по крупицам развязать эту ситуацию. Если это связано с судебными разбирательствами, карта говорит, наймите адвоката или хотя бы получите хороший совет. Вот именно, чтобы разобраться во всех деталях. Да, все-таки она перевернутая. Она говорит, что, может быть, результат не будет соответствовать желаемому, но все равно не забывайте сохранять равновесие. Иногда карта говорит, искать только справедливость – это высвободить месть и гнев. Вы же не хотите создать сложную карму в этом вопросе. Но на личном уровне карта, эта перевернутая карта, она может предупреждать вас снова сбалансироваться и сконцентрироваться. Возможно, вся вот эта ситуация с карантином вывела вас из равновесия. Здесь, может быть, нужно будет сесть на диету, заняться физическими упражнениями, поменять свои мысли. Вы должны подумать о том, как ваш выбор, ваши мысли влияют на ваше будущее. Поэтому примите необходимые меры для того, чтобы вернуть вот эти весы в баланс и равновесие не только между вами и какими-то людьми, но и внутри вас. Вот что у вас будет происходить в первую декаду июня? Здесь ложится единица роз, карта называется commitment. Это у нас обязательство или соглашение. И она у вас ложится в прямом положении. Карта говорит, что какой-то ценный союз или полезное объединение находится рядом с вами. Здесь может быть романтическое обязательство, или это старая любовь может возвратиться к вам. Также вас может ожидать деловое предложение о продвижении по службе, о новой работе, или возможность создать партнерский союз, или образовать деловое предприятие. Но еще на указывает на подписание других видов документов, включая продажу, покупку дома, ну, может быть, начало новых инвестиций. В любом случае, эта карта наполнена светом. И она указывает, что хорошие результаты у вас на пороге. Но здесь еще карта может относиться именно к вам. Она напоминает вам быть сознательным по отношению к самому себе или к самой себе. Если вы хотите, чтобы другие ставили вас первыми или помогали приносить удачу в вашу жизнь, вы должны делать то же самое. Вы должны действовать только в своих интересах, ставить ваши интересы на первое место. И это может заложить основу для процветания во всех ваших дальнейших партнерствах, тех, которые вы здесь
Начинайте. Смотрите, вторая декада у вас июня. Здесь ложится пятерка свитков. Карта называется Diversity. Это у нас разнообразие, многообразие. И она говорит о том, что во второй... То есть вот здесь женщина, да, стоит перед прекрасной долиной. У нее в руках свиток и на столе свитки. Она говорит, что во второй декаде июня у вас появится очень много вариантов для рассмотрения. И вам нужно на них взглянуть. То есть карта говорит, позвольте себе попробовать новые вещи. Попробуйте себе куда-то поехать или пойти в какие-то новые места. То есть рассмотрите разные направления. Изучите новые предметы. А также встречайте новых людей. У вас наступает период роста, раскрытия, поэтому используйте его. То есть позвольте себе пойти дальше, чем вы планировали. Потому что в конце этих разнообразных путей вы познакомитесь с совершенно новым собой. И третья карта, это у нас третья декада июня. Здесь у вас ложится пятый старший аркан. Это у нас Илларион. Илларион является могущественным, вознесенным владыкой, и он связан с источником информации, который хранят хроники Акаши. Это мастер исследования, науки, истины, исцеления, логического ума, конкретных знаний, но еще общения с духами. Поэтому, если вы думали предпринять усилия в этих областях, то сейчас для вас наступает самое время. Как и ангелы и вознесенные владыки, Илларион вообще всегда для вас доступен. Но так как еще эта карта ложится в прямом положении, она как бы передает вам, что его содействие и помощь для вас будет рядом. Если вы работаете над каким-то проектом, который потребует от вас исследований, строгого научного подхода или внимания к деталям, то вперед. Для вас пришло время открыть энергию этого мастера. Если у вас есть работа, которая включает в себе такой вид деятельности, как обнаружение доказательств, необходимо делать выводы. Это может быть научное исследование, судейская деятельность, закон, медицинское тестирование и многое другое. И карта говорит, что Илларион сейчас с вами, он вам поможет, вам только нужно к нему обратиться. Мы должны понимать, что они не имеют права вмешиваться в нашу жизнь, если мы их об этом не просим. Если вас волнует какой-то вопрос в конце июня, в третьей декаде, как пример, медицинское тестирование, вам не могут поставить диагноз. Вам нужно обратиться к Иллариону, и он вам пошлет человека, врача, который сможет вам именно поставить правильный диагноз. Или вы участвуете в судебных разбирательствах, вот здесь. Вы обращаетесь к Иллариону, и он вам пошлет или адвоката, или он пошлет вам свидетелей, или какие-то доказательства вы получите того, что вы правы. Поэтому карта говорит, просто обратитесь к нему за помощью, он будет рядом с вами, если у вас возникнут вопросы вот в тех делах, про которые я говорила. И пятая карта, это то, с чем вы выходите из июня в июль. Здесь ложится восьмерка роз, карта называется комьюнити. Комьюнити – это у нас общество, сообщество, группы, общение. Здесь вот люди сидят за столом, причем люди все разные. Тут и индус сидит, то есть разные национальности. Но здесь еще по всей комнате очень много всяких эмблем, значков, каких-то обществ, групп, организаций. И карта у вас легла в прямом положении. Она вас как бы призывает, что пришло время присоединиться, а может быть обратно воссоединиться с каким-то сообществом, может быть единомышленник. Конечно, в нашей жизни присутствует очень много объединений. Это может быть и страна, в которой вы проживаете, это может быть работа, семья, район, где вы живете. Это группа по интересам, то, где вам нравится чем-то заниматься, может быть хобби или интересы. Люди, с которыми вы разделяете, может быть, творческие, культурные, духовные цели. И карта говорит, что в вашу жизнь в конце июня будет приходить очень много новых друзей. Поэтому будьте открыты для новых общений. Вы не только можете найти там помощь, но вы там можете в этой группе, например, хобби у вас есть,
Но вы здесь можете не только найти новых друзей, вы можете здесь как профессионал реализоваться, то есть вы можете даже на этом начать зарабатывать. Но здесь вы можете найти, если вы в поиске любви, вы здесь можете найти человека, с которым вы резонируете. То есть у вас общие интересы, ну это не обязательно любовные, да, это может быть просто новый друг. Поэтому не закрывайтесь от общения. В конце июня вот карта говорит, вот если бы вы были в поиске отношений, да, у вас есть шанс именно найти того человека, с которым вы, вот как я сказала, да, на одной волне. Хорошо, давайте еще посмотрим для вас сюрприз или неожиданность для рыб. Июнь месяц. Сюрприз или неожиданность для представителей знака зодиака рыбы в июне месяце. Сюрприз или неожиданность? Ничего себе. Ну, предупрежден, значит, вооружен. Да. Смотрите, я это сейчас отложу. Поступит какое-то сообщение, что вы что-то выиграли. Прям богатство. Вас завалит деньгами. Это все обман. Это мошенничество. Будьте аккуратней. Не поддавайтесь ни на какие выигрыши, якобы в лотерею. Какую-то машину вы выиграли или квартиру вы выиграли. Это будет обман. То есть, знаете, как вам нужно перечислить какую-то сумму, и тогда вы получаете какой-то выигрыш. Нет. Это будет обман. Поэтому вы уже предупреждены, будьте аккуратнее. Вы можете столкнуться вот с вор и фальшивая персона. Хорошо, давайте еще один посмотрим. Ну, это нас просто предупредили. Так, женщина. Опять карта комьюнити. Вот у вас второй Акаши была комьюнити. Карта предупреждения женщинам. Не закрывайтесь в своей скорлупе. Вы должны общаться. Вы должны коммуницировать с людьми. Да, вам хорошо в вашем мирке, дома. Но это лишает вас радости общения. Вы обедняете свою жизнь из-за того, что отстраняетесь от общения с людьми. Ну, тут у женщин прям одни мужчины сплошные. Вот если вы начнете общаться, если вы были в поиске, вы можете познакомиться. Вот эта карта – это сомнения, это страхи. А вдруг у меня опять будет повторение? Это для тех, кто в поиске любви. А вдруг опять в мою жизнь, вот, да, вот мы волнуемся, вот мы сейчас начнем общаться, к нам придет какой-то человек, а вдруг повторение такого же из прошлого. Давайте посмотрим. Для новых отношений, что у вас здесь? Ну, здесь у вас длинный светлый путь вместе. Убирайте вот эти страхи, сомнения, негативные прошлые опыты. Начинайте общаться, выходите из своей норки. Да, вам вроде как комфортно, здесь все хорошо у нас. Но эта жизнь, она бедная на эмоции, она бедная на общение. Убирайте страхи, убирайте депрессию. Сомнение в том, что вдруг опять что-то опять то же самое повторится. Нет, в вашу жизнь приходит wealth when, да, это даже богатый человек, обеспеченный, и он придет к вам с хорошими намерениями, и у вас длинный светлый путь вместе. Вот для рыбок здесь предупреждение, и для тех, кто был в поиске, начинайте общаться. Ну, если вы даже не в поиске, просто карта говорит. Это уже для тех, кто, да, ищет любовь. А вообще карта говорит для рыбок, но рыбы вообще, они им комфортнее внутри себя, нежели наружу. Карта говорит, все-таки это приносит в вашу жизнь какую-то ущербность. Вы должны общаться с людьми. Ну, у вас и там была карта комьюнити. Поэтому ищите людей по интересам, те, с кем вы резонируете. Обогащайте свою жизнь. Вот такой у меня получился расклад для рыб. Я благодарю вас за просмотр, за лайки, за комментарии. Удачи вам. До свидания.